Здравствуйте, друзья! Кредит Экспресс Финанс веселится. Сейчас они попытка интеллектом на меня надавить, наверное, или что. Ну, попался какой-то с претензией на тот самый интеллект. Ну, все бы хорошо, но не может вот это сопоставляться у нормального человека в голове, то есть его место работы и интеллект. Люди с интеллектом, наверное, все-таки обдумывают свои решения, прежде чем идти на работу. Здесь жалкая попытка, что и доказывается в этом ролике. Итак, поехали. Да. Здравствуйте. Меня зовут Костряков Максим Владимирович, общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, я понимаю, это вы? Да. Дмитрий Евгеньевич, доброго дня. Беспокою вас по поручению вашего кредитора. Это публичное акционерное общество, банк финансовой корпорации «Открытие». Дело в том, что ранее в данном банке вы оформляли потребительский кредит 17 декабря 2014 года, допустили текущую просрочку 898 дней. И, собственно говоря, на данный момент, по состоянию на 20 число, кредитор вам выставляет требование оплатить 9750 рублей 8 копеек. В добровольном порядке вы намерены решать вопрос оплаты? Скажите, пожалуйста, или отказываетесь от нее? Ошибаетесь, никто ничего не выставляет. Нет документа соответствующего. Что? Никто мне ничего не выставляет. Соответствующего документа я не вижу. А с чем связана ваша просрочка 898 дней, уважаемый Дмитрий Евгеньевич? Объясните, пожалуйста. Хорошо, что хоть уважаемый. Не лукавите? Да. Или так, просто? Отнюдь. Вы ошибаетесь. Я чувствую, назревает филологическая дуэль, да? Возможно. Почему нет? Я вам вопрос задал, Дмитрий Евгеньевич. Хотелось бы услышать комментарий касаемо данной ситуации. Филологическая дуэль возникла. Я так понимаю, ранее вас уже беспокоили мои сотрудники. Ваши сотрудники, то есть вы хозяин этих сотрудников? Или вы сейчас... Вы хозяин этих сотрудников? Я немного не понимаю, просто о чем вы говорите. Вы сейчас сказали, что... Как? Вы задали, точнее, вопрос. Коллеги мои с вами связывались уже касаемо данного вопроса. Понимаете, вы же ведь... Оговорочка, вы же понимаете, да? О чем идет речь, правильно? Оговорочка, да? Ну, то есть, невзирая на то, что вы меня перебиваете, в нашей филологической дуэли теперь уже 1-0 в мою пользу, да? То есть, оговорка с вашей стороны. Ну, послушайте, давайте поймем сейчас по сути. Я так понимаю, Дмитрий Евгеньевич, вы склонны, да, абсолютно разговаривать на разные, я так понимаю, темы, да, только не касаемо... По-моему, 2-0. Я произвожу вам звонок. Я по улице Доблести, город Санкт-Петербург, дом 28, сообщаю вам, что маршрутный лист уже подписан, видит регионального представителя, согласно 230-му федеральному закону, статьи 1, статьи 4, прошу прощения, пункт 1. Поэтому в данный момент я вас информирую о предстоящем визите. Я вам рекомендую речь свою пламенную подготовить и исключительно по существу, Дмитрий Евгеньевич. Я с вами прощаюсь, удачи. Уважаемый, я должен... Знаете, что захотелось мне ответ ему сказать? Конечно, эту там выездную группу на эту улицу Доблести ждать придется очень долго, а вот речь-то я подготовил. Ну, она пускай не пламенная, но если ты, уважаемый чувак... Как ты мне говоришь, уважаемый Дмитрий Евгеньевич, так я вот даже не буду запоминать твое имя и отчество, потому что оно, скорее всего, не соответствует действительно. Ну, короче говоря, уважаемый, хватит с тебя этого. Слышишь, так вот, я все твои вот эти вот заявления, связанные со статьей 2 Федерального закона о защите прав потребителей, ну, к твоему же сожалению, сейчас... в пух и прах, так в той самой филологической дуэли, пускай в заочной, расшибу в дребезги. И заранее об этом тебе сообщаю. Итак, ну, мы сейчас обращаемся к федеральному закону о защите прав потребителей. Тот самый 230-й федеральный закон, и мы берем статью 4 «Способы взаимодействия с должником». И мы на это указали, носом ткнули, но мы давайте вместе посмотрим способы взаимодействия с должником. И поехали. Часть первая этой статьи. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени или в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры, непосредственное взаимодействие, телеграфные сообщения, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, как хочет, так и может. И все бы хорошо.
Но, как я всегда говорю и настаиваю, нельзя однобоко смотреть на любые законные нормативные акты. Тот же самый 230-й федеральный закон в части статьи, если мне память не знает, 9, вот что еще добавляет к его заявлению. Статья 9 того самого 230-го федерального закона. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Грубо говоря, если вы собираетесь взаимодействовать с должником, то выполните все пункты этого закона. Ну, начните вот с этого. Позвоните в банк, в моем случае вот это вот публичное акционерное общество «Открытие», и спросите, а почему, собственно, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич не получил еще никакого официального уведомления, что мы, вот это вот Кредит Экспресс Финанс, наше общество с отсутствующей ответственностью, имеем право взаимодействовать с ним. Дело в том, что Кузнецов Дмитрий Евгеньевич настаивает, чтобы с ним работали строго по закону. А закон гласит вот что. Итак, напомню, статья 9. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соглашениях между кредитором и должником в договоре четко и конкретно сказано, что если стороны не могут договориться устно, все их переговоры должны проходить в формате, скажем так, письменных переговоров тех самых. Ну, я, как вы уже успели заметить, да и все из вас, кто подвергается нападкам коллекторов, в 99,9% случаев не получают никаких уведомлений от кредитора. Да, сами коллекторы могут слать вам пачками эти письма, но кредиторы ничего не посылают, потому что они никому в официальном формате ничего не передают. Просто вываливают вашу персону на биржу, так называемую биржу должников, обычный сайт, где коллекторские службы элементарно вынимают информацию, начинают с вами взаимодействовать. Как это они делают? Ну, отдельная история, как-нибудь запишу ролик. Да есть у меня в обращениях, если вам интересно, посмотрите, есть на канале у нас целый плейлист моих обращений, в том числе там, если вы, там вообще, в принципе, все обращения интересные, очень много ответов на ваши вопросы и так далее и тому подобное. Так вот, посмотрите эти обращения, для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу выйдет кликабельная подсказочка. Вот она, это плейлист целый, там очень много обращений, очень много роликов, именно ответы на ваши вопросы. Можете этот найти, ответ вот на такой вопрос, как работают коллекторы, и что они имеют, на что не имеют права, на что не имеют. Ну, и, собственно говоря, я надеюсь, в контексте вот этого ролика вы получили ответ, тот, который необходим был нам с вами. Что же касается еще одного вопроса, который наверняка у многих вертится на языке, что за компания «Лям»? Ну, это наверняка те, кто недавно на нашем канале, потому что число подписчиков растет, канал тоже растет, соответственно. Итак, компания «Лям» один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы занимаемся тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками, микрофинансовыми организациями, онлайн-займами и всякой другой шушерой, занимающейся ростовщичеством. Работаем мы по всей России. Независимо от того, где бы вы ни находились, мы вам можем помочь. Как это происходит? Пожалуйста, посмотрите видео на сайте, на нашем сайте. Ссылочка на сайт есть в описании любого ролика на нашем канале, этого в том числе. Также, опять же, для вашего удобства в правом верхнем углу трансляции сейчас выйдет кликабельная ссылочка. Вот она. Ссылочка, подсказка. Пройдите на наш сайт и посмотрите обязательно видео на нашем сайте. Видео как раз таки рассказывается, как устроена работа
юристов компании «Алиам». Что мы для вас делаем? Каким результатом мы вас можем привести? Результат один, в двух словах. Создание условий, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Не верьте никогда никому, если вы слышите, что какие-то юристы способны списать вам долг. Никто не может списать долг тот, который он не выдавал. Списать вам долг может кредитор, только лишь он. И все. Но вот создать условия, когда кредитору выгодно списать вам долг, отказаться от претензий, это дело юристов. И мы знаем отчетливо, как это делать, потому что мы помогли не одной сотне клиентов. Сейчас у нас активных клиентов несколько сотен, потому что мы работаем действительно по всей России, и в нашем штате высококвалифицированные юристы, знающие свою работу. Как, еще раз повторю, интересно ли вам понять, что мы для вас сделаем, что мы уже сделали для многих клиентов, пожалуйста, еще раз напомню, посмотрите видео на нашем сайте, после этого оставьте заявку, как рассказывается в этом видео, на форме на сайте. На сайте есть форма для обратной связи. Пожалуйста, посмотрите видео. Кликабельная подсказочка еще раз вот в правом верхнем углу выходит. Посмотрите, вот она. Также на сайте в правом верхнем углу есть номер телефона. На него, друзья, звонить не нужно. Ну, сложно, очень сложно дозвониться. Проще вам забить эти циферки себе в записной книжке в телефоне, да, и ждать звоночка. Если вы оставите заявочку, корректную заявку на обратный звонок, вам перезвонят специалисты нашей компании именно с этого номера. Если вы не берете трубку с неизвестных номеров, то вот забейте для себя в контакты юристы компании «Алиам», либо просто «Алиам», либо юристы «Алиам», и все. Мы вам позвоним в рабочее время в формате московского времени. С вами поговорят наши юристы. Если у вас какие-то вопросы после просмотра видео остались, я подчеркну, прежде чем оставлять заявочку, пожалуйста, посмотрите видео, потому что очень многие вопросы снимутся. Большинство, 99% вопросов снимется. Вот. Вы узнаете, сколько стоят наши услуги, какое количество времени займет наша работа, что мы для вас сделаем. Прям по шагам все рассказано в нормальном, на нормальном человеческом языке, с минимумом юридических терминов. Ну, давайте вот на этом пока остановимся. Для постоянных слушателей опять я призываю вас поставить лайки, репост в соцсетях, пишите комментарии, не стесняйтесь, конечно же. Подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика есть. Но с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». Всего вам доброго, друзья. До свидания.